Друзья, посмотрите, сколько можно заработать на YouTube на коротких роликах. Вот сейчас я открыл свою аналитику творческой студии. Получается, за месяц я заработал $65,5. Ну вот, вроде бы неплохо. Сейчас посмотрим, откуда они взялись у меня. Нажимаем на аналитику. Кто смотрит мои ролики? Аудитория, друзья, посмотрите, что получается. Смотрят в основном мужчины. 94% женщины, 5%. Дальше получается страна Россия. И вот страна Россия 62%. Это те, кто смотрит, а монетизация с них не идет. Также получается, ребята, если когда, опять же, Россию YouTube включит во все это, чтобы платили деньги, там шла реклама, у меня же тогда будет, получается, $150-$120. Пускай, грубо говоря, 100 в месяц, это вроде бы неплохо. Это неплохо для пенсионера, самое то, что, ну, то, что нужно. Кто-то там мне пишет комментарии. Я всегда начинаю свои ролики со слов «друзья», пишет: «Не друг ты мне, ребята, это нормально, это ничего здесь страшного такого нет, пускай пишут, люди веселятся, гуляют, поэтому не обращайте на это внимания. Всем удачи, добра!» Вот. Теперь он не зачеркнутый, а был кучей, да?